Привет, это Андрей, магазин Ролик.ua. Сегодня мы разберемся, как выбрать размер рамы велосипеда по росту. Проблема многих начинающих велосипедистов в том, что у них неправильный подход к выбору велосипеда. Внимание не обращают на все что угодно – цвет, количество передач, удобство седла, но при этом напрочь забывают о важнейшем критерии – размере рамы. И несмотря на то, что роль в выборе играют все детали, соотношение роста и размера рамы – это главное. Размер велосипедной рамы чаще всего определяется по длине подседельной трубы. В зависимости от длины трубы, размер может маркироваться в сантиметрах, дюймах, либо в буквенном значении – S, M, L, XL. Самый простой способ определить подходящий размер основывается на росте будущего владельца по универсальной таблице. XS – до 155 см, S – 155-165 см, M – 165-180 см, L – 170-185, XL – 180-195, XXL – 190-210. Но дополнительно к использованию размерных таблиц мы рекомендуем обязательно делать базовую примерку велосипеда. Встаньте прямо над рамой и убедитесь, что до верхней трубы у вас есть еще плюс-минус 5 см. Если ваш рост не подпадает четко под таблицу или какую-то конкретную категорию, специалисты рекомендуют выбирать больший размер. Так как оптимальный размер зависит и от особенностей телосложения, перед покупкой обязательно рекомендую сделать примерку и тест-драйв. Попробуйте отрегулировать седло и посидеть на байке, оценивая степень комфорта. Обладателям длинных ног может понадобиться велосипед большего размера, чем стандартная ростовка для определенного роста. В комментариях под видео мы добавим полную таблицу размеров рам и роста. Рекомендуем ею воспользоваться при выборе велосипеда. Если вы новичок, наше видео поможет сделать вам правильный выбор и наслаждаться ездой на собственном велосипеде в полной мере. А если вы не новичок, а профессионал, добро пожаловать поправлять меня в комментариях. На этом все. Теперь вы знаете, как подобрать размер велосипеда. Кстати, купить велосипед вы можете в нашем магазине Ролик.ua по ссылке в описании. Понравилось видео? Не забываем поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. А с вами был Андрей. До новых встреч!